выступает Ирина Сергеевна Кафарова. По рефектуру Державного округа поступило обращение о инвентаре предприятия общественного питания «Промзо» по вопросу согласования проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу улица Новинки, дом 12Б. С ними есть согласованный ранее проект предприятия «Промзо», чтобы возобновить работу данного кафе, также увеличить площадь с 50 до 127 квадратных метров и переносом задней площадки размещения на переднюю центральную часть. У них было кафе, да, сзади, и теперь они хотят эту переднюю часть. Впереди там уже есть одно кафе, кстати. Которое сбоку, да. Если они перекрывают, то раз мы должны получать. Вот где они сейчас хем? Они вот там. Нет, а сейчас они хотят вот тут, вот по крыльцу. Вот смотрите, да, вот на схеме, вот оно указано. То есть они хотят перед соседним зданием, не то здание, где они располагаются, а соседние, где Южный двор. Григорий, получается, что они перекрывают полностью этот магазин. И он не видно будет ничего. Какие будут предложения? Ну вот смотрите, там еще следующая картинка, которая появилась. В принципе, конечно, вот второе здание начинает страдать. По большому счету. А вот как получается, что на самом деле вот эта площадь, она не прилегает к непосредственно промзо, она через проходик, и здесь она прилегает к Южному двору, другому, по адресу. Не, я не вижу. Ну что, какие будут замечания, предложения? А у них вот то кафе, которое соседнее. Это Радио, это Радио, да, которое оттуда. Они этот блок хотят оформить. Ну и до сих пор начнем закрывать. Там то деревья, у нас вечера везем, а то машина там ставят. Там машина ставят. Как встречу, ставят? Нет, но вход нужно идут.